Сегодня, ребят, был какой-то уникальный день у нас в семье. А мы с детьми сегодня ходили по галереям, по действующим, не в смысле по галереям, как по мастерским, сказать даже. А, и чем он так интересен, скажете вы? Тем, что на лицах моих детей был какой-то нереальный азарт, интерес, какое-то участие во всем, и любопытство, и сверкающие глаза, и все это было не благодаря Диснейленду, а благодаря тому, что они видели людей, которые занимаются своим любимым делом, и они могли их потрогать, пощупать, этих людей, и расспросить, и доконать некоторых из них своими расспросами. Давайте я вам просто покажу. And so then you have to crumple it's it up. It's so hot though. Yeah, you crumple it up into that little ball, which that's kind of sad because you have your painting all done and you have to wad it up in that, like you're going to throw it away. But then you spread it back out and you put this dark color on the top. And that goes into the cracks that you made when you wadded it up. And it makes these. What's this? Yeah, and so then you have to iron it because you have to get all the wax off. So you can see what the painting looks like. So, especially on the trees, you can see how there are different textures of paper. And I used unraveled twine and wove it into the painting. Yeah. Now this one here, it covers the entire paper. And every bit of it is collage, where this one... Нина, Каролина, маленькие детали она даже вырезает из бумаги. Yeah, see, when you get them in the light, you can really see all the different papers. See, like this, the red is a different piece of paper. Она склеивает это из разных кусочков бумажки. Yeah, this one is a different kind of paper. Each one of these little things are papers. В общем, на самом деле было очень любопытно, и я безумно рада, что существует такая возможность походить хотя бы по арт-мастерским. Я не знаю, наверное, не принято такой практики ходить с детьми, там, я не знаю, в скорую помощь показывать, как работают врачи, там, или... Ну, полицейские, наверное, да, вот, по крайней мере, здесь в Америке открыты полицейские участки, пожарные части открыты иногда. Но так в основном другие профессии, я не знаю такого, чтобы открывали свои двери и рассказывали, что вот мы тут инженеры, вот делаем вот то и то. Но, к счастью, мастерские с артистами, они... открываются периодически. И мы сегодня были вот на таком туре. Организовывает это все местная арт-галерея. Она просто договаривается с художниками тут местными и продает билеты. Да? И ты получаешь вместе с билетом адреса и описание художников, и чем они занимаются. Because if it was dry already, then you can't do anything, you know, when it's wet, that way we can shape it and cut it. Oh, what did you make? Nice. You got a purple. I can have one. Oh my God. Thank you. You did? How nice. Даже вот такая профессия, как художник, она настолько многогранна, настолько у нее много, безумное количество оттенков. И, может быть, художник рисует картины, а он может еще рисовать не просто картины, а создавать из своих картин коллажи. Это уже совершенно другая тема. Или там
создавать одежду на набивной какой-то технике. Я еще сегодня много чего сама нового узнала, я так смотрела. Дети, слава богу, не стесняются, задают вопросы, и я все это дело внимаю, слушаю. Смотри, он ее расплавляет в печи. Видишь, там красная печь. Я не тебя снимаю.